Хочешь быть успешным? Оцифровывай экономику. Пример Венесуэлы, привлекший 735 миллионов долларов в первые дни пресейла криптовалюты El Petro, побудил и другие страны последовать ее примеру. О запуске национальных криптовалют задумались в Иране и Турции. В Анкаре предлагают создать криптовалюту под названием Turkcoin. Там считают, что мир движется по пути оцифровывания множества отраслей, и если упустить время сейчас, то Турция может оказаться на обочине мировой экономики. Иранский министр связи и коммуникаций Азари Джахрами провел встречу с руководством госбанка Postbank, на которой было решено готовиться к внедрению в Иране цифровой валюты.